Наша способность измерять глобальный прирост концентрации парниковых газов помогает нам понять важнейшую проблему изменения климата и ее причины. Благодаря достижениям в области науки и технологий, теперь у нас есть возможность использовать мониторинг атмосферного воздуха для более четкого картирования концентрации парниковых газов от уровня страны до уровня отдельно взятых городов. Города и мегаполисы характеризуются плотной сетью источников парниковых газов – промышленность, жилищное хозяйство, транспорт и генерация энергии. Неудивительно, что на них приходится 70% глобальных выбросов. Сегодня у нас есть инструменты для более детального картирования источников и поглотителей парниковых газов в городах. Во-первых, мониторинг с высоким разрешением обеспечивается за счет сетей приборов на вышках, спутниках и воздушных судах для формирования подробной картины концентрации парниковых газов. Затем эти данные интегрируются с метеорологической информацией, такой как данные о режимах ветра и дождя, что позволяет осуществлять обратное моделирование для выявления происхождения и распространения выбросов из различных источников. Этот же подход может использоваться для мониторинга качества воздуха и его загрязнения. Имея в распоряжении эту важную информацию, лица, ответственные за принятие решений в городах, могут выявлять основные источники выбросов парниковых газов, сосредотачивая внимание на приоритетных для сокращения выбросов источниках, а также разрабатывать свои политики и стратегии на уровне городов. Эти новые инструменты и технологии способны помочь вашему городу и другим городам мира внести важнейший вклад в решение проблемы изменения климата.